хотим его сегодня проехать полностью. А там уже посмотрим, как оно будет. Кост сказал, ну раз УАЗики проезжали, почему не проедем мы? Заглох. Заведись! Он глохнет. Все, отцепляй. Отцепляй, отцепляй, лебедку. Короче, мостик квадриков. Пытаемся на джимнике проехать. Сейчас. Сюда. Да кто-нибудь один. Туда. Дим, поштурмани ты. Нет, это не туда. Пусто. Сейчас джимника положат на. И хорошо. А, ну тут объездочка тоже ничего такая. Ну на дерево можно немножко упереться, но в целом хорошо. Давай. Ломай. Тормоз отпусти. Руль сюда, руль. Крути туда. Влево, руль. И давай, пошел. Правее. Стой. Тормози. Парень Евгений штурманом сегодня работает. Вообще он тоже водитель. Но они не нашли сегодня приятелей себе. И поэтому поехали на одной Ниве вдвоем, два друга. Вот, решили так проехать. Там смотри, пенечек один. Нет, на подъеме пенек, смотри. Ты можешь? Слушай, Серый, ты можешь, в принципе, еще даже объехать там. За вот этим деревом, и чтоб на ровно вот сюда выйти. Сдавай назад. Проходит. Хорош. Вперед! Нет! Стой! Давай назад! Серый!
Новое зеркало поломал. Серега, прям едешь вот сюда. И потом повернешь, но на одном газу все время. Пацаны, помощь нужна! А, ну ходите, залебедитесь. Ты все, ты стой, стой, ты на этот сел, зацепился, не надо. Все, вот как идешь, тебе хватит вообще, у тебя семеро. Не разгоняйся, стойся. Ух, сильвера вот тащат. Сюда. А еще сильвера, он побежал. Один, еще один пилот. Теперь сюда, максимум сюда. И сюда, сюда крути. Вот так, да. Тормоз отпусти. Руль на меня руль. Вот, все, теперь вот так, руль влево. Влево, вот, немного взял. Чуть правее, вот так. Джим, сила! Первую, Олег, первую. Вот сюда руль. Теперь сюда крути. Без тормоза. Скатывай. Руль сюда. Туда. Да, вот так вот и скатывай. Вот. Сейчас вот. Короче, по прямой так и иди. Еще. Все, газу давай. Давай газу. Стаскивает на дерево, поэтому приняли решение. Блин, вот, вот, ровно. Не газуй, не надо. Не газуй, Серег. Не, нет, 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 туда едь, туда едь. Чуть-чуть подгазуй. Все, я думаю, можно отцеплять. Выключим межось сейчас. Ну, чтобы тебе легче повернуть было. Давай газу, там ничего страшного, там все это. Просто. А? Просто вперед сразу. Просто вперед, там нормально. Ровная дорога. Ну как, там просто спуск. Ровный. Нет, нет, никуда. Ну да. Че он чихает? У него как будто выхлопная забита где-то. И прям, давай, да, и прям вот сюда ровно выскакивай, ровно, 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 прям ровно, давай. Отлично. Чуть-чуть назад. Джимник топчик. Но на квадроциклетный мост не попал, да? На мост не поместился? Тогда просто ровно, вот как пацаны стоят, ровно выезжай и все. А теперь едет тот, кто зассал. Просто ровно. Еще. Хорош?
Правее, Дим, правее. Я понял, давай. Не так правее я имел в виду. Назад, назад. Да я, он меня неправильно понял. Не, по колее так же, только... Выбило передачу. Заезжай, заезжай, заезжай! Дверь закройте! Дверь задняя левая! Тяни, 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 тяни! Давай, поехали! Отдай, блин! Давай, давай, давай! Все! Просто ровно. На газах, на газах, давай. А то стоишь там, так и стой. Да не бросай ты газ. Газу, Димон, прям по полной. Ох, как хорошо, как не... Лучше, чем Нивы прошел. Нифига, ювелирочка. Настойчик. Давай, Костян, езжай. Ой-ой-ой, а джимнику немножко... Ровно руль, ровно!
есть, конечно, плюс у джимника, что он узкий, но вот то, что он иногда вот так вот со скалии сползает. Смотрим, смотрим, сейчас Димон подойдет, покажет. Поможет. Ты стой. Не, Виталь, тебе только вперед. Только вперед. Стой, 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 стой. Вот, ну то есть Нива ехала, цеплялась колесами здесь и прошла. Он, видимо, соскочил. Руль сюда чуть-чуть. Вот так, да. И попрут вперед. Давай, газу, газу, газу. Чуть-чуть. Вот что значит пошел, хороший пошел, штурман. Подошел, оценил ситуацию и вот направил. Ну и как всегда, да? Лево руль. Немножко. Лево. Ой-ой-ой. Хорош. Ляжем. Ага. Выехать не вариант, да, Костян? Нет. Ну да, резину мы в 0.3 стравили. Держит. Ё-моё! Кстати, едет, не чертит даже. Вот только сейчас чуть-чуть. Направо, направо! Не пытайся выехать! Вправо колеса! Всё! Сильная сторона сильверов, вот эти вот боковые крены, он мягкий. Ну, как говорится, у Нивы своя траектория, Нивы прошли все справа и джимник, УАЗик слева в колею. Подупал и нормально, военные мосты решают. Вот так ровно иди. Вот так. Кстати, мы думали, УАЗик будет хуже ехать. Пока не поняли, что у него с блокировками. Вроде что-то сзади есть, но не стопроцентное. Спереди еще поменьше. То есть, ну, если есть, там я бы предположил, что процентов 40-50 спереди, процентов 70 сзади. Что один пилот, что второй пилот. На УАЗике сегодня новички. Так что такие дела. Но опять же, я вот только что сказал, реально у Нивы, у джимника своя траектория, у УАЗика вообще своя, и он едет. Три. Да, я только что, ну, опять же сказал. Ну, порежешь еще. Ну, да. Но мы, ну, я удивлен, что УАЗик хорошо едет. Ну, я думал, чуть будет хуже. Но ты прав, у всех своя траектория. Я только что говорил, что Нива, если едет, она широкая, встала и зацепилась за бортик, то джимник не хватает ему этого, и его сносит. Ну, тут кто-то чертил. У нас, ты знаешь. Ладно, пойдем. Зайди. А давай Олега первым, а он же хотел без лебедки. Слушай, она глубокая, да? Заилина. Все, поехали. Нет, он, ну, он думает, что сразу.
окно. Я же сказал, выходи заранее. Чуть-чуть назад. Все, пошел, пошел вперед. Эх. Все, все, давай. Так хорошо шел. Давай еще раз чуть-чуть. Аккуратно. Немножко лебедочки. Помогай. Помогай. Неплохо так назад сдал, собрал под себя, под яблоко и поднялся, и поэтому не поехал дальше. Чуть-чуть не хватает. Ну все, отлично. Ох ты. Саня, ну покачай его, он ходит, покачай. Он хочет объехать, Дим. Пускай пробивается ходами. О, хорош! Все, прилип джимник. Чуть-чуть не так взял. Надо было по бровке идти, а он свалился сильно. Сейчас лебедка. Он сюда сейчас упадет и будет дальше висеть. Ну перекидывайте. Олег там что-то и придумывает. Колеса. Пускай вправо, Саша. Не, попробуй сам проехать. Отпускай, давай. Стойте, стойте, вы ж тяните трос, когда он отпускает. Стой, не тяни. А, ты побежишь? Ну, а что делать? Ну, давай. Нет. Что, он не едет? Он сейчас поедет, он дальше может... Стой, 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 ноги, ноги. Ну, попробуй ехать, давай. Да он не поедет. Вы его в такую кукурузу? Да похуй. Тяни, ты да просто на себя вытягивай. Руль вправо. Все, колеса сзади оба, передняя крутится. Какую? Левая не видно, правая. А правый оба, все, перецепляй, отпускай лебедку. Все. Давай, дубась. Дубась, 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 дубась.
Там бревно еще. Петь. Давай его на подход, на подход. Да, да ладно, он сейчас попорит. Ну а смотри, что делает. Вот промеж колею, красавчик. А мы в нем сомневались, да? Ну, слушай, это был петушник. Что ты делаешь, вообще непонятно. Здравствуй, лебедка. Олежа, назад. Там грязь. Назад. Да-да-да. Саша, отойди, пожалуйста. Ну или обходи, или туда тут кто-то. Руль влево. Ах, идет, зараза! Не, назад, Оле. Вперед, стоп, назад, руль на меня, стоп, вперед, по чуть-чуть. Не-не-не, он все. Пацаны сегодня зарубились, что едут без лебедки. И принципиально не хотят ее разматывать сейчас. Все. Как только они не пытаются. Как только они не пытаются. Все, Дима! Все! Он порвется сейчас. Нет, он не идет, Дима, уже никак. 4 минуты уже борьба. Руль вправо, дай. Руль вправо, да? Бензин закончился. Да нет, там жижа, он же в жиже сидит. Там Саня ногами застрял. Там просто именно липучая глина. И ты полностью мордой висишь. У тебя ни там зацепа, ни тут зацепа. Дима, а рация у тебя? Олег, это... Давай, ну надо лебедку, братан. Только лебедку. Ну ты сам себе... Ты бы тут проехал. Итого 7 минут прошло. Это прям отдельным видео выложу. Олег, знаешь, как подпишите? Послушал Штурмана. Спокойно. Видя гранаты. Да-да-да, очень сильно. А так пустит. Я тут, если что, если был бы в сапогах, утонул бы. О! Ну что? Первую передачу выбивает почему-то на ударах. Вояки дело, базара ноль. Не. Но это из-за мостов.
Что, заматываете, да? Думаешь, больше не надо будет? Нет.